Нужно найти убежище. С высоты я его увижу. Вход закрыт. Нужно искать другой путь. Вот и он. А, убежище незримых. Я Кашта. Знакомство с вами — честь для меня, ментор. Не нужно званий, Кашта. Мы незримые, и мы равны. Пустая трата жизни! Тахира! Баек, хвала богам, ты здесь. Ты звала меня срочно? Это клинки двух моих незримых, убитых во время резни. Они пострадали не зря, их не забудут. Это Гамелад, вождь набатейских повстанцев. Что случилось? Мы убежали через деревню. Римляне гнались за нами и вымещали злобу на ее жителях. Настоящая резня. Невинные люди... Незримые погибли, пытаясь их спасти. Они знали, на что шли. Их отправили на помощь повстанцам. Тахира, того, что сделано,
ты уже не вернешь. Битвы не для незримых, но мы можем помочь повстанцам, убив командира римлян. Генерала Руфио, но он в Риме. Руфио оставил на Синае 3 полководцев. Эти 3 умрут. Тогда за дело. Я у тебя в долгу. Все ради народа, Гамилат? Да, для народа. А я с народом одно целое. Незримые следят за каждым военачальником Руфио. Они расскажут тебе все. А Саркона нет уже 2 недели. Этот призрак должен был изучить каменоломню. Но тень куда-то пропала. Возможно, Саркона уже нет в живых. Несколько дней назад он отправился на торговый корабль, а там полно римлян. Будет очень жаль его потерять. Он предан людям и делу незримых, как никто. Жизнь за него отдам. Я найду Саркона. Человек с орлом! Я им сообщу! Теням Скоробея! Меня наградят! Эй,
отстань от меня! Я ничего не сделал! Спокойно, мальчик. Спокойно. О чем ты говорил? Охотники за головами ищут человека с орлом. Я мог золото получить. Что за охотники? Называют себя тени Скоробея. Скоробея? Нек, мальчик, я не тот, кого разыскивают. Это не орел. Это голубь. Очень смелый голубь. Эй, ты что, врешь, что ли? Я все расскажу охотникам. Надо найти теней Скоробея. Бедедук, а не хает. Et da wo vos in consumationem.
You're a pretty innocent. Oh. Stand down! Voila! Hanachiro, are you here? Quiz, how did it contra? Huh? Gnomes, Neo. Маленькие клетки. Они для детей? Лодку кто-то обшарил. Сломанный щит незримых. Асаркон был тут. Торговец и трупы римлян. Тот, кто их перебил, сделал это очень искусно. Уверен, это был незримый. О, боги! Набатейских детей продают в рабство на добычу камня. Их по... Торговца ограбили. Странно.
понятно. Эти детские клетки ужасны. Бедняга. Nick Ennis, c'est Jerriot. Сэм, а, Саад. А Саркона держали тут. Мои уста немы. Мы вырвем их с корнем. И глаза. И все остальное. Я не наемник, как вы. Моя клятва нерушима. Меня ждет Дуат. Пусть Осирис разорвет меня пополам, прежде чем я скажу вам хоть слово. Я заговорю, лишь узрев. Помоги мне. Уходим отсюда! Шем эни нису! Панетем! Ты великий Баек, да? Послушай! Осматривая порт, я заметил женщину, спасавшую детей с корабля работорговца. Грабитель — та самая женщина? Набатейская воительница Шакелат. Она разит, как молния, а добычу раздает людям. Я следил за ней, но был схвачен римлянами. Она спряталась вместе с детьми во дворе между убежищем и каменоломней. Хайе! Песешен герех! Хнумес нио джедианх? Помните, вы просто дети. Я защищу вас. Синай — ваш родной дом. Ты такая храбрая, Шакелат. Ты настоящая Исида. Клянусь Амоном Ра, я не позволю римлянам продавать вас, как мешки с зерном. Не дай им опять нас забрать. Очень хочется вкусной еды. Скоро, милые, скоро. Ты воруешь для людей в каменоломне?
Если схватишь меня, я вырву себе сердце, но цепей не надену. Эй, не волнуйся. Но римляне этого так не оставят. Пытаясь защитить людей, ты можешь причинить им вред. Нет, я не причастна к римскому гнету. Я дарю свободу. Ты порождаешь гнет. Освобождение не воровство, а искусство. Свободу не берут, а создают. Я знаю, какой бывает свобода. Я жила с любимым мужем в Набатее, пока Тацит не раздавил его, словно муху. Вот и они. Покажи, на что способна. Ничто меня не остановит. Куда ты? Я тут не останусь. Нужно отвлечь римлян от этих крошек. Других нет. Придут другие. Нет, если поможешь. Не понимаю, о чем ты меня просишь. Ты храбро бьешься. Воины, подобные тебе, редкость. Наш путь не разочарует тебя. Мне плевать на культы. Мы освободители, что не подчиняются лживым оракулам и тиранам. Ты избранная. Я хочу исцелить наши земли. Шакелат, я вижу, что у тебя душа незримой. Но как доверять незнакомцу? Я спасаю людей одна и верю лишь себе. Мы ценим одно и то же. Просто реши, применять свои навыки ради блага немногих или же всех. Взгляни мне в глаза и скажи, что впредь не будет ненависти, войны и людей в оковах. Наша кредо покончит со всем этим. Кредо. Если решу принять и поверить в него, то что должна буду сделать? Прыгай. И что теперь? Невероятно! Я думала, что умру. Ты возродилась, став незримой. И что теперь? Тебя ждет наше убежище и церемония в твою честь. Я готова стать призраком. Теперь ты в братстве.
Надо действовать аккуратно. А, Байк, нам пора избавиться от полководца Руфио. Тацит всегда устраивает ночлег над каменоломней. Он жестокий надсмотрщик. Каждый день примерно наказывает рабочих. Думаешь, разумно убивать его открыто? Тахира, это предупреждение. Незримые не отступят ни перед кем. Убьем его перед армией или рабочими. Тру! Мурс! Его лудри сордина! Свобода ваша! Действуйте! Окистан Монук! Куинагис!
Однажды Синай, подобно моей Кирене, станет процветающей колонией. Я бы выпил гранатового вина. Что-то замышляют Марк Антоний и Клеопатра. Время для зрелища. Услышит мой голос весь Колзон. Знаете, что это? Ветер смерти! И всем, кто против нас, место на его сцене! Иви! Кертус нон этик! Венерунд, экс-меркуле! Да, бисхок! Куекуре сайсто! Кампана! Кик молестус! Am duplex. Tertium, hake den nunk. Tertium nunk. Stante, mola. Si reversus fueris condemis. Tibi ave, ibi manere. Si sei. Non l'inte Ivi! Stia con resetto! Campanà! Ivo Lettus! Qui sta odi di Corsa! Corsa
Тибиаве! Ибиба! Стража! Жалкие тупицы! Юпитер, спаси! Лос аутум трика! Аукзилиум! Сисе! Лету! Эднон мовере! Стулти сангуинен дамнатус! Венитин! Эдеум педре! Дайте капитис! Спасите меня от этого дикаря! Ты прерываешь мое представление! Пусть Осирис вечно терзает твою Ка. Дамнант, нуло интеллего. Стате! Фиманере! Тламас! Кулас! Я египтянин! Рим! Ваш мудрый хозяин! Орден живет вечно! Нужно встретиться с Тахирой. Боюсь, римлян будет гораздо больше. Уверена, армия Тацита не настолько мала. Если остановить работы, может начаться бунт. Синаю от этого будет лучше. Все могло пойти прахом. Стоило бы освободить пленных. Лучше вести себя потише. Стандей! Мора! Пришла подмога. Их я тоже пожертвую Анубису. Вон они! Убить их!
Радуйтесь, братья и сестры! Да цикло! Каменоломня будет нашей! Сволочи! Кто баламутит народ? Да вернется земля сапфиров к Набатеям! Эй! Плохо дело! Здесь ничего нет. Здесь опасно. Да, Баек, ты все такой же прекрасный боец. Как и ты, Тахира, любимица Себека. Слышали? Будьте начеку. Великое торжество Набатеев! Пусть это место останется в надежных руках. Будет трудно. Руфио пришлет центурионов. И в каменоловне еще остались неосвобожденные рабы. Воля к жизни — главное оружие. Ты работаешь на Гамилата? Он рассказал нам о незримых, героях из тени. Никто не работает на незримых. Спасибо за спасение. Если встречу где-то ваш знак, отнесусь с уважением.
В горах будь, путник, осторожен. В Синайских горах души мертвых нашли свой приют. Что происходит? Ты не слышал? Старый некрополь в горах наводнили мертвецы, которым закрыт путь в загробный мир. А, с этим нужно разобраться.
Исида, защити меня и мою жену. Неп, нужна помощь? Моей жене пора в обитель Анубиса, но меня ноги не слушаются. Что ждет меня в некрополе? От одних лишь рассказов можно посидеть. Я иду туда. Если хочешь, могу взять тело твоей жены. Правда? Я век этого не забуду. Не нравится мне это. Это еще что? Рассказы могут оказаться правдой. Что за зло тут бродит? Похоже, песня не врала. Звучит как голос злого духа. Руки и ноги мертвецов. Кто-то осквернил их тела. Кто тревожит мой покой? Я воплощение Сета, бога хаоса. Разрубивший Осириса и рассеявший его части по всему Египту. Ты осквернитель и убийца. Ты воплощение Исиды. Думаешь, воскресить своего мужа не выйдет. Ты больше не потревожишь мертвых.